В Гагарской средней школе номер 4 прошел новогодний праздник, на который были приглашены педагоги со всех школ Гагарского района. Мероприятие было организовано силами педколлектива школы при поддержке отдела образования Гагарского района. По словам заведующей отделом образования Марины Пабба, традиция празднования Нового года среди педагогов в стенах школы существовала уже давно. И в этом году было решено возобновить эту традицию. Для учителей организовали концертную программу с участием творческого коллектива «Улыбка». Также с поздравлениями выступили директор школы, работники отдела образования, педагоги. Эстафету праздника в следующем году приняла Гагарская средняя школа номер 2. Я хочу пожелать всем нашим коллегам, педагогам, работающих в школе, вне школы, здоровья, благополучия в семьях, достаток в семьях и, конечно же, больших-больших творческих успехов в таком нелегком труде, как учитель, как педагог, как воспитатель. Это важная составляющая в нашей жизни. Ибо будет жить учитель, ибо будет воспитывать, обучать, и мы все вместе будем жить и процветать, и развиваться. Мне безумно приятно сегодня праздновать вместе с вами, в вашей компании, мои дорогие коллеги. Вот и позади 2013 год. Не часто нам приходится вот так праздновать, вот так весело сидеть. В основном у нас будни, довольно трудные будни, с которыми вы прекрасно справляетесь. Желаю вам счастья, здоровья, успехов, чтобы 2014 год обрадовал вас больше, чем все остальные годы, которые остались позади. Я желаю всем, чтобы на самом деле в жизни каждого человека хотя бы под Новый год совершалось чудо. У каждого есть мечты, у каждого есть желания. Вот в 12 часов, когда пробьют куранты, и вы поднимете бокал шампанским, каждый из вас, наверное, о чем-то подумает, что-то загадает. И я желаю, чтобы эти желания, эта мечта, которая у каждого в душе, сбылась.